Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и уже совсем скоро стартует каталог Oriflame номер 9, а конкретно начнется он с 21 июня и закончится 10 июля. И нам нужно с вами заранее подготовиться, знать, о чем мы будем говорить с нашими клиентами и близкими, на какие продукты будем расставлять фокусы или приоритеты, любое слово, которое вам нравится. Главное, чтобы вы понимали, о чем идет речь. А речь идет о том, что у нас в каталоге около 1,5 наименований продукции, и просто нереально рассказывать одному человеку обо всех продуктах. Я в каждом каталоге намечаю несколько продуктов, порядка 10-20, о которых я говорю и вкусненько рассказываю. Так вот, я положила закладочки на 10 страничках, и начнем со странички номер один. Эти развороты у нас идут подряд, первый, второй, третий, с гелями для душа и мылом одноименным, то есть гель и такое же мыло. Что мне понравилось в этой акции? Ну, во-первых, геля много не бывает, гели нужны всегда, и один из самых популярных в заказе у меня продуктов — это гель для душа, а также мыло. И я всегда смотрю на цены и сравниваем объем и цена. 250 миллилитров за 99 рублей, по-моему, вполне очень приятная и адекватная цена. Помимо прочего, серия Discover очень мне нравится, ароматы прекрасные, гели концентрированные и густые. Забыла взять, кстати, гель, подумала, зачем-то я зашла в ванную и не вспомнила, но зато взяла маски. Следующий разворот я посвящаю маскам. Маски нужны круглый год, и питательные, и очищающие, и маски для губ. У меня всегда полный ящик масок, для меня это просто какой-то вот необыкновенный релакс. Любые маски мне доставляют массу удовольствия, и вот сейчас у меня в руках маска скраб 2 в одном, серия с чайным деревом и лаймом, чайное дерево и лайм, серия Love Nature, а вторая маска с кокосом и алоэ. Маска с чайным деревом отлично очищает и подходит идеально для обладательниц комбинированной и склонной к жирности кожи. А вот маска с алоэ и кокосом, она достаточно питает и увлажняет кожу, поэтому она подойдет для обладательниц комбинированной, нормальной кожи и даже кожи, склонной к сухости, потому что сухости после этой маски точно нет. Очень приятное ощущение. Что еще про эти маски можно сказать приятного? То что это два в одном, вы можете использовать как маску этот продукт, а можете использовать как скраб. И порой, когда у меня не хватает времени и нужно быстро все сделать в темпе, я умываюсь, кожа остается влажная, и я тут же небольшое количество продукта распределяю по коже легкими массажными движениями, и вот прям вот чувствую, как поры дышат, очищаются, и кожа становится на тон светлее, потому что отшелушиваюсь частички очень мягко и нежно убирают мертвые клеточки, и на поверхность выходит румянец. И вот этот тюбик малыш, просто тюбик малыш с невероятно вкусным ароматом, это у нас, сейчас скажу, как называется, сахарная маска скраб для губ с мятой и лаймом. Но помимо мяты и лайма в состав входят очень крутые ингредиенты, экзотические фрукты, и когда этой маской я пользуюсь, у меня желание вот просто облизывать губы, съесть их, потому что они такие аппетитные и запах вкусный, и вкусно на вкус, она сладкая. Очень вкусный продукт, поэтому кто не пробовал, обязательно попробуйте. У меня на днях была подруга в гостях, и мы хотели попробовать, а что же мы с ней пробовали, какую-то помаду, да что-то пробовали, и она говорит: а губки как-то у меня суховатые. Я говорю: подожди секундочку. Мы нанесли каплю маски, она с ней походила буквально не даже не 15 минут, как рекомендует производитель, а минут 5. Маску смыли, и после этого она нанесла помаду и говорит: слушай, какие приятные ощущения. И на следующий день она сделала заказ на эту маску. Давайте все пробовать, вот вам выводы, чтобы люди могли, прежде чем купить, попробовать. И все, что у вас есть, давайте в люди пускайте, как говорится, дайте возможность людям ощутить эффективность наших средств. Следующий разворот посвящаю морскому кальцию.
с витамином D. Это не лекарственное средство, не является лекарством. Вот такая вот баночка. У меня эта баночка, наверное, уже пятая, которую я кушаю. Именно эти витамины нужно жевать, и рекомендуется жевать их перед сном. То есть поужинали и жуйте, лучше усваивается кальций. Очень полезный этот продукт, особенно женщинам после 40, уже без кальция никуда. Поэтому вот сюда его к зеленявочке поставим, к моей орхидее. И очень огромная скидка, всего за 1199 рублей. Кто-то скажет: ого себе, всего. Но без скидки продукт стоит 1550 рублей. А если у вас нету скидки консультанта, она дает еще 20%, напишите мне, помогу вам оформить подписку, чтобы у вас на весь ассортимент была скидка от 20% и более. Следующий разворот. Почему-то вот этой страничке я всегда приклеиваю скотч, да, вот такую закладочку, потому что гели для интимной гигиены у нас очень много лет в нашей семье. Даже это был первый продукт, который я приобрела в Oriflame, представляете? Мне было очень интересно, а что такое гель для интимной гигиены? Я раньше никогда не пробовала, а попробовав раз, я уже много-много-много лет пользуюсь этим гелем. Сейчас я вам покажу такой желтенький. Его рекомендую для женщин уже в период менопаузы использовать. Вот, то есть если такая задача стоит, можете рекомендовать. А так как, в принципе, разнообразие большое, есть еще у нас очищающий, освежающий, не, подожди, успокаивающий зелененький и сиреневый для девочек-подростков. Так, следующий разворотик. Тушь. Тушь для ресниц 5 в одном. Как без этой туши, я даже не представляю. Меня привлекла цена в этом каталоге — 249 рублей. Вот именно такого футляра у меня уже нет. Я брала такую тушь зимой. Она очень похожа, вернее, она ничем не отличается от туши 5 в 1, нашей привычной XXL. Единственное, что в ней добавлено небольшое количество блесток, то есть она идет с эффектом дуохрома, но, честно говоря, я этого эффекта так сильно не заметила. Его видно только если вот прям как-то свет падает по-особенному, вот сбоку смотришь и немножко видно, но, честно говоря, этого не видно. Обычная черная классная тушь, которая прекрасно ложится, и эту тушь я обожаю и из-за ее консистенции, как она ложится, и из-за кисточки, потому что ни одной кисточки аналогичной я еще в жизни не встречала, чтобы она делала настолько классные ресницы, укладывала их веером, разделяла и давала в то же время не сильно большой, но объем, самое главное — длина. Ну и объем тоже, конечно, присутствует. Следующая страничка — это увлажняющая тональная основа Aqua Boost. Кстати, я сейчас именно ей и пользуюсь. У меня осталось совсем чуть-чуть, вот тут видно, да, прям немножечко. Мой тон, который сейчас у меня на лице, Fire Nude 408-29. Итак, здесь всего 6 оттенков. 399 рублей будет стоить тональная основа. Мне она нравится тем, что вот как невидимка на лице. Я ее наношу, я ее не чувствую, она не сковывает лицо, не ощущаю ее, она не забивается в поры, она вот просто как валька, а в то же время лицо становится сразу нежненькое, как будто я только приехала с отдыха. Вот, мне это очень импонирует, одна из моих любимых тональных основ. Почему-то я ее достаточно часто беру, особенно когда она с большой скидкой, то я все время говорю: отлично, возьму-ка я себе этот тон. Конечно, мне нравятся и наши Giordani тональные основы, и очень нравится стойкая, не помню, как называется. Так, следующий разворотик — это помады. Мне кажется, помады и блески — это всегда актуально, и помада особенно интересная сейчас и модная, с эффектом металлик. Обратите внимание на нее. Помады достаточно много оттенков, есть из чего выбрать, и она настолько красиво сияет на губах. У меня была помада «Морозная сирень», но оттенок мне не подошел, и я подарила Мишиной маме. Она просто в восторге, говорит: почему ты мне раньше такую помаду не покупала? Так раньше их не было, совсем недавно появилась эта помада, можно сказать, новинка. Следующий разворот — краски для волос.
У меня был период, когда краску для волос не заказывали. Я пользуюсь, но никто не заказывает. Делают комплименты волосам, но не заказывают. Но когда я перешла на оттенок 9.0 и постепенно мои волосы полностью, да, вот эта краска убрала рыжину, и получился тот цвет, который вы сейчас наблюдаете, светло-русый оттенок, у меня стали все просто повально, даже брюнетки спрашивают, что за цвет, я хочу такой цвет, скажи, как ты это сделала. Вы знаете, я ничего особенного не делала, мне смыли в салоне черный цвет, очень сильно пострадали волосы, они у меня даже были какое-то время пятнистые, где-то темные, где-то рыжие, красные пятна, потом просто рыжие, потом рыжие пятна с таким вот светлым медом, а сейчас полотно волос стало наконец-то ровным, просто ровным. Но я ни в коем случае не хотела состригать волосы, убирать много длины, поэтому я просто набралась терпения и каждый месяц крашу этой краской. И вот в результате такой эффект. Перед использованием этой краски я не осветляю волосы, я просто наношу ее на 35 минут, смываю, и вот то, что получается, это и получается. И эта краска нравится мне тем, что я могу запросто покрасить волосы дома без помощи профессионалов, самостоятельно, всего 35 минут, и у меня сразу прекрасный цвет волос. И эта краска содержит экстра уход с льняным маслом и адаптивную смарт-систему, которая дает стойкий сияющий цвет надолго, закрашивает седину на 100%, и получается такой красивый естественно сияющий цвет. Вот. И состав у краски вот такой вот окислитель, потом сама краска, которую нужно выдавить в флакон, и маска. Вот маска здесь просто нереально классная, мне очень она нравится, а в инструкции внутри спрятаны перчатки, то есть есть все для того, чтобы быстро самостоятельно покраситься. Здесь все просто выдавили, взбили, носик отломили и распределили по всей голове. Вот такая классная краска, и на нее в этом каталоге хорошая скидка. И у нас осталось две закладочки, и одну из закладочек я посвящаю серии новинки Optimals Urban Gore 3D. В эту серию входит очищающее средство, сразу про него расскажу, оно отличается от всего, что я пробовала ранее. Во-первых, аромат, то есть пахнет глиной, вот прям косметической глиной. Наносится на влажную кожу, можно оставлять как маска на 10-15 минут, можно как скрабом попользоваться или как ежедневным очищением. Я пользовалась пока просто как очищением, такое приятное ощущение, вот когда наносишь на кожу, такое как легкая мылкость небольшая появляется, смывать трудно, просто так руками будешь 10 лет смывать, нужно специально либо спонж коньяку, либо губку для очищения использовать, тогда все будет прекрасно. Но какая кожа, я вам передать не могу, она вот просто розовая, сияет и очень мягкая. Один день я делала эксперимент, я умылась и не стала ничего не наносить, никакого увлажнения и питания, вот просто умылась, промокнула лицо и думаю, посмотрю, будет ли ощущение какой-то сухости, стянутости, потому что у меня это для меня нормально, у меня кожа на щеках, она суховатая. Никаких неприятных ощущений, мне было настолько комфортно, я вот просто весь день трогала свое лицо и наслаждалась такой гладкостью, мягкостью. Даже сейчас трогаю и понимаю, что у меня кожа просто невероятно классная. Поэтому вот это средство нужно всем рекомендовать, не только у кого кожа склонная к жирности. То есть эта серия, мне кажется, она подойдет ко всем типам кожи, она защитная. Итак, далее, в этой серии есть мицеллярная вода, она, видите, как я ей активно пользуюсь, она прекрасно удаляет макияж, кроме стрелок. Вот мои стрелки, ей очень трудно удалить, как бы она их удаляет, но не очень быстро, и мне это не очень нравится. Далее, вот такой спрей, который позволяет освежить кожу, дать ей дополнительное увлажнение. Здесь в составе низкомолекулярная гиалуроновая кислота, и когда я наношу после этапа очищения вот этот спрей, он, вот эта влага, она моментально как бы впитывается, наверное, и испаряется, и тут же сверху я наношу 2-3 капли вот такой сыворотки. Кстати, я удивлена сыворотки, потому что она жиденькая, я привыкла, что сыворотка это просто
жидкий крем, а здесь же просто вот как водичка, но по ощущениям все равно ее чувствуешь, что это ну не просто вода, она не убегает из рук просто так, но ее легко наносить на кожу лица. Затем дневной крем с SPF 25, он классный, легкий, не оставляет каких-то липкостей на лице, в общем-то прекрасный крем. Честно, удивлена, не думала, что буду рассказывать про серию Optimus с таким вдохновением, как Novage. А вот ночной крем тоже удивил, как очищающее средство. Этот ночной крем очень похож по консистенции, по тому, как он наносится, на крем из серии Novage Экологен. Уж поверьте мне, я столько этих кремов съела своей кожей, вы не представляете, каждые, наверное, 3-4 месяца у меня пустая баночка улетает, поэтому я в восторге. Но пока только 3 дня тестирую, но приятное ощущение. За что я переживаю, все-таки возраст уже, как сказать, ну приличный, и я с серией Novage всегда спокойна, то что у меня подтянутый контур, ровное лицо, что нет мимических морщин и новые не появляются. Я не знаю, как будет эта серия, но пока что мне очень нравится, по крайней мере на лето эта серия легче, чем Экологен, поэтому я так рада, как вовремя вышла эта серия. И последняя страничка, то есть можете всем рекомендовать смело, тут же еще столько обновлений вышло в серии Optimals. Так, и новинка, про которую я тоже уже всем хожу рассказываю, 3 оттенка туши в серии On Color. Кстати, еще интересное предложение с помадами, мне уже 2 помады заказали. Туши, чем интересна эта тушь? У нее веерная кисть и очень упругие вот эти вот щетиночки, такие классные, удобно красить, но я не получила такого прям вот объема или там мега длины. Во-первых, у меня коричневый оттенок мне прислали на обзор, поэтому просто не такие яркие ресницы. Что мне очень понравилось в этой туши, она просто смывается водой, просто водой, вообще ее нет на ресницах потом. Поэтому сразу предупреждаю, купаться с ней не рекомендую, а то залезете с ресницами в воду, а выйдете без ресниц. Да, такое может быть, но для вот для разнообразия, для игры можно 2 туши брать, чтобы была большая скидка со 199 рублей, можно взять коричневую и синенькую. И я уверена, что многие очень рады, что у нас появилась такая коричневая тушь, что ее уже можно будет вот-вот приобрести. Так что мне понравилось, не могу сказать, что эта тушь станет моей любимой, вряд ли кто-то затмит вот эту тушь для меня, просто у меня такие капризные ресницы, но то, что она будет любимицей у многих, это 100%. Поэтому пробуйте сами, рассказывайте другим. Вот такой мой топчик, небольшой, но аппетитный, вполне аппетитный. Я никогда не концентрируюсь, вернее не держу фокус на каком-то аромате, потому что не может быть такого, что один аромат нравится будет всем. А вот такие продукты нужные, ходовые, популярные, о них нужно говорить. Кстати, вчера проводила с одной девочкой из команды обучения и учила ее работать вот с этой серией Optimals. Вот смотрите, что обычно важно для людей. Обычно крем, и все спрашивают, слушай, мне крем нужен какой? Ну какой-нибудь, чтобы вот он увлажнял там хорошо. Я говорю, окей, можно заказать один крем, не проблема, но я всегда спрашиваю, а чем ты умываешься? У тебя комплексный уход или как бы сборная солянка, или ты только кремом пользуешься? То есть я начинаю задавать вопросы, чем умываешься, какой у тебя тоник, сывороткой пользуешься или нет, а крем для глаз? А дневной и ночной крем разделяешь или один на все случаи жизни? И потихоньку я начинаю подводить к тому, что эффективность крема, она не будет такой, как мы ожидаем, даже если про крем будет написано там, что он ну волшебный, если нет очищения, тонизирования, сыворотки и только потом крем. То есть он идет далеко не в начале. И если вы умываетесь просто мылом, то вы губите свою кожу. Есть же такое выражение, хочешь быстрее состариться, умывайся горячей водой с мылом. Так вот, я рассказываю про
комплексный уход, потому что он всегда где-то в 7 раз эффективнее, нежели взять один продукт. Согласитесь? Сами наверняка проверяли это на себе. Так вот, и мы начинаем считать, сколько стоят нужные продукты. Как минимум нужен очищающий продукт, желательно тоник или вот такой спрей, его можно использовать и под уход, под крем, под макияж, сверху на макияж используем. Желательно иметь сыворотку, потому что она усиливает действие крема. И два крема должно быть: отдельно день, отдельно ночь. И, конечно же, крем для кожи вокруг глаз. Мы считали вчера, у нас получилось примерно 2800, и в день всего 24 рубля. Но мы делали расчет, что этой серии хватит на 4 месяца. Но многим ведь не на 4 хватит, кому-то на 6, на 7. У меня есть девочка знакомая, она говорит: как это ты за 3-4 месяца крем вымазываешь? У меня крема на 8, на 9, наверное, месяцев хватает. То есть у каждой кожи своя потребность. Какая-то кожа берет крема много, и ей все мало и мало. Какая-то нормально берет. А какой-то коже вообще нужно капельку крема. И она говорит: все, у меня все хорошо, мне достаточно. Поэтому все очень индивидуально. Мы посчитали вот на 4 месяца 24 рубля в день. Утром 12 рублей и вечером 12 рублей. Неужели это дорого для того, чтобы продлить молодость и красоту своей кожи? Вот просто честно скажите. Мне кажется, это настолько вот доступно, и просто людям нужно донести эту информацию, объяснить, как это работает, какой они эффект получат, дать попробовать продукты свои в комплексе. Нет возможности на лице пробовать, делайте на руке, вот на этой части сделайте здесь, и потом сравните две руки. Просто проделайте все этапы: нанесите очищение, смойте, побрызгайте спреем, нанесите сыворотку, нанесите крем, дайте всему впитаться, и через 3 минуты положите две руки рядом, сделайте фотографию. Просто, да, не вот так, не натягивая, а просто в расслабленном состоянии руки. Вы увидите с одного раза, как работает эта серия. Просто мы уже этот эксперимент с одной девочкой делали на ее руке. И мы офигели просто. И она говорит: почему мы не записали видео? Ну вот не записали, но запишем. Может быть, даже на Миша запишу такое видео. На мужских грубых руках это будет особенно круто видно. Вот, все вам рассказала. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях под видео. Я вам всегда стараюсь отвечать максимально, насколько хватает просто времени. И каждый вторник я вас жду на прямом эфире в 19 часов по Москве. Вы можете просто вживую задать мне любые вопросы, и я на них вам отвечу. Окей? Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.